Приглашаем вас разделить жизнь в призвании, рассказ об этой жизни с потрясающим человеком, человеком, который, подобно отцу нашей веры Аврааму, оставил очаг цивилизации, оставил свой дом, свое родство, с тем, чтобы начать увлекательное приключение, когда Бог позвал его в страну далекую, в страну, где люди говорят на непонятном языке, с совершенно другим культурным фоном, страну, которая на самом деле противостояла когда-то его стране. С нами в программе пастор, служитель, Рик Ренер, и мы сейчас узнаем, как началось волнующее приключение его жизни. Очень бы хотелось, чтобы в этом рассказе вы почерпнули для себя важные моменты о том, что когда Бог призывает нас, есть вдохновляющая часть, что вы не будете в стыде, вы не потеряетесь, вы не пропадете. Бог знает, как обеспечить своих детей в этом странном, но увлекательном пути. Рик Реннер, миссионер, служитель, старший пастор церкви «Благая весть», город Москва. Рика и его супруга Денис переехали из Америки в Латвию в 1991 году. Спустя два года они основали церковь Благая Весть в Риге, которая по сей день растет и успешно развивается. Через несколько лет Бог повелел Рику и Денис переехать в Москву и основать в столице России еще одну церковь. Пастор Рик, доктор богословия, автор множества христианских книг и пособий. Денис, дипломированная оперная певица, исполнительница ведущих партий. Денис руководит женским служением церкви «Благая весть от сердца к сердцу» и курирует ряд социальных программ. У Рика и Денис трое сыновей: Павел, Филипп и Джоэл. Все они уже взрослые и имеют свои семьи. Пастор Рик служит проповедью не только в своей церкви в Москве, но и по всему миру, и кроме того, активно участвует в многочисленных телевизионных проектах. нами в программе Рик Рейнер. Спасибо, Виктория. Рада вас приветствовать и хотела бы попросить вас рассказать действительно о том, в какой обстановке вы росли, что вы, э, что вы думали, что вы чувствовали по поводу страны, в которой вы оказались сейчас. Что это было? Расскажите, пожалуйста. Я вырос в Америке, в Оклахоме, поэтому я был не просто американцем, а еще и очень американизированным. И когда мы думали о России, на тот момент это был еще Советский Союз, для нас это был серьезный противник. Помню, как меня впервые пригласили сюда. Это было благословенное время в моей жизни, мои книги продавались. Я продал миллион экземпляров своих книг, это было невероятно. А 30 лет назад это было просто неслыханно. Я жил в мечте, у нас был огромный дом, Кеннет Хейген был моим соседом. Орел Робертс жил на соседней улице. Наша жизнь была удивительной. И однажды друг пригласил меня в Латвию в небольшой городок Вельгова на библейскую школу. Я сказал, я не поеду. Меня это не интересует. Я не хочу в Советский Союз. Он ответил, хорошо. Оставайся в Америке. Наслаждайся своим домом и деньгами, а Советский Союз пусть идет в ад. Эвис После этого разговора мне было так плохо, что я согласился поехать. И вот я лечу в Советский Союз и думаю, что же я делаю? Эти люди не верят в Бога. Это атеистичная страна. На тот момент это был еще Советский Союз. А когда мы приземлились в Латвии, нас приветствовали советские солдаты с автоматами. Я подумал, Боже, куда я попал? Везде была разруха. Улицы были разрушенными, аэропорт был катастрофическим. Когда мы поселились в отеле, там почти не было воды. А та вода, что была, была коричневой, разрухом. Но затем я пошел в библейскую школу. В первый день, когда я учил там, там было около 200 студентов всего. Как только я открыл Библию, чтобы начать урок, Дух Святой сказал мне, «Добро пожаловать в твой новый дом». Что? Но я знал голос Божий. Я знал, что это сказал мне сам Бог. В течение всего того урока я продолжал слышать те слова. «Добро пожаловать в твой новый дом». Во время того часа произошло нечто сверхъестественное. Бог вложил ту землю и русскоязычных людей в мое сердце. Я влюбился в людей, я просто влюбился в них. Меня уже не волновало, что улицы были разрушены. Туалеты не работали, и вода была коричневой. Я был влюблен в русский народ. И в один миг моя жизнь изменилась. Несмотря на всю ту разруху, которая была повсюду, я влюблялся в русский народ каждый день. Сколько вам было лет и в каком году это было? Мне было 32, а вы можете в это поверить. Сейчас мне 60, то есть это было 28 лет назад. Это был 91 год, как раз, когда все начинало меняться. Я должен был рассказать об этом Денис. Как мне это сделать? Денис боялась Советского Союза. Она с детства считала, что коммунисты ненавидят Бога. Как мне сказать жене, что я собираюсь? перевести ее и наших детей в Советский Союз. Сердце к дьяволу. На это ушло несколько месяцев. Каждый день я рассказывал ей нечто. И вот однажды она сказала Рик, я не в восторге, но когда мы сядем в самолет, я буду готова. Наступил тот день, мы все сели в самолет. Я до сих пор помню, как мы сидели там, я сидел рядом с Денис, мальчики были позади нас. Я до сих пор помню звук двигателя при взлете самолета. Я понимал, что наша жизнь действительно меняется, причем кардинально. Когда мы приземлились в Латвии, как только мы вышли из самолета, мы всей семьей опустились на колени прямо на бетон и поцеловали землю, потому что Бог вложил эту землю в наши сердца. Солдаты стояли там и смотрели, как мы целуем землю и молимся, Бог действительно вложил эту землю в наши сердца. Но это не всегда было легко. Дьявол пытался прогнать нас. Мы сталкивались с преступниками, с мафией, с лжебратьями. За 28 лет мы видели все. Во втором послании к Коринфянам, 11 главе. Павел рассказывает о своих проблемах в городе, в сельской местности, проблемах с лжебратьями, я могу подписаться под всем этим. Мы пережили все, но Бог верный. Если человек выбирает быть тем, кем Бог призывает его быть, то Бог будет верным однозначно. Это не означает, что у него не будет проблем, но он сможет их победить. Так было и со мною. Это, это на самом деле действительно увлекающая история. Я бы хотела попросить вас рассказать, может быть, действительно, чуть подробнее, что действительно вас, для вас было самым сложным, наверное. Вы основали церковь вот, в Латвии, после этого вы переместились в Москву. Есть вообще вызов на самом деле, в том числе очень часто служители, когда приезжают из какого-то бы то ни было места, из большого города, говорят: Ой, у нас такой занятой город, никому интересно Евангелие из маленького города естественно, там тоже все люди спиваются, никому интересно, говорит, везде самые большие сложности. вы переместились вот, действительно прям в столицу нашей страны, чем это было вот по сравнению, например, с Латвией, я знаю, что вы начали церковь также в Украине и так далее. То есть вот этапы ваши, вашего хождения, как, как они были обозначены Богом. Какой был самый большой вызов вот в, в Латвии? Был ли таким большим вызов переместиться в, со служением в Москву? В Латвии нам было очень тяжело. Если нас смотрят люди из Латвии, простите за эти слова, но это был самый сложный период в моей жизни по нескольким причинам. Во-первых, все было новым. Я не знал ни культуру, ни язык, но самым сложным было то, что латвийское правительство было против нас потому что у нас была русскоязычная церковь. Тогда между русскими и латвийцами был конфликт, а еще латвийское правительство боялось, что я из ЦРУ. У нас были камеры и другое оборудование, и в Советском Союзе решили, что я шпион и приехал, чтобы шпионить. Мне выдали визу на один день, потом на пять дней, потом снова на один день. Мы никогда не знали, когда нас выгонят из страны. Было очень сложно, я учил не латвийский, а русский язык, потому что таким я видел свое призвание. И мне нравился тот факт, что я не учил латвийский язык. Я любил латвийцев, но не они были моим призванием. И так у них было множество причин, чтобы не любить меня, и это были очень тяжелые годы. Еще, как вы помните, в то время была высокая преступность, и коррупция зашкаливала. Люди воровали у нас деньги. Некоторые люди украли у нас просто огромные суммы денег на тот момент. Когда это происходит, нужно прощать. Потому что если вы полны горечи, тогда дьявол побеждает вас. Поэтому я принял решение. Это всего лишь деньги. Ничего страшного. Деньги придут. Бог оплатит наши счета. Нам пришлось простить и просто отпустить. Горечь — это ужасно. Тогда вы уже испорчены. Поэтому нам пришлось учиться ходить в прощении и прощать многих людей. Но знаете, что было самым сложным из всего? С чем мы сталкивались? Мы сталкивались с преступниками, с нуждой. Вы понимаете, потому что у вас телеслужение. Для этого требуется очень много денег. Кстати, если вы партнер, то вам нужно поддерживать ТБН. Канал нуждается в вашей помощи. Тут нужны большие деньги. Это не бесплатно. Нам также постоянно приходилось верить о деньгах, но победить дьявола, мафию, преступников и все наши проблемы оказалось просто по сравнению с победой над собой. Я был для себя самым большим вызовом я понял, если я смогу совладать с собой, если я смогу совладать со своими эмоциями, со своим сердцем, с плотью, тогда я смогу справиться со всем. И работа над собой была самой сложной. Но чем старше вы становитесь, тем вам лучше. Лучше будет, если вы ходите с Богом, вы начинаете овладевать собой. В жизни появляется больше мира. Мне 60 лет и сейчас лучшее время в моей жизни. Лучшее время. Дьявол пытался победить меня ранее. А что если бы я сдался или уехал домой? Я бы упустил все, что Бог сделал в моей жизни. Поэтому я говорю вам не сдавайтесь, потому что ваше будущее лучше вашего прошлого. Также важно то, чем вы занимаетесь сейчас потому что оно ведет вас в ваше будущее. Это очень важно. То, чем вы поделились, это действительно самое-самое сокровенное, что я слышала. Я помню, однажды мы с мужем встретились с молодой пасторской семьей, которую рассказывали также о давлении, через которое они проходят. И их тоже оскорбляли, на них давили люди, которых они считали близкими. И я помню, как молодая, молодая женщина, молодая сестра моя, она говорила, ну скажите, что же нам делать? И мы не могли предложить ничего другого, чем то, что говорит Библия, то, о чем вы только что делились, о том, что нужно прощать. Нужно молиться, нужно не допускать горечи в сердце, и нужно верить, нужно созидать свою веру внутри себя. И эта женщина мне говорит, да я знаю это все, я учу этому своих людей, но что же нам делать все-таки? И мы просто терялись, потому что мы понимали, что она знает, как правильно делать, но она до конца не применяет это в жизни. И вот этот самый последний этап, самый важный этап, когда ты сражаешься не с внешним, а с собой внутренним, когда ты можешь или сдаться, думая, что это поверхностный уровень решений, а внутри что-то есть другое, что-то есть еще, еще какой-то секрет. Но правда заключается в том, что когда ты принимаешь Божьи правила жизни и поступков как самые основные, это начинает тебя очень глубинно, очень мощно менять вместе с Богом под этим этим давлением. И то, что вы находитесь сейчас, вот в этом довольном уже состоянии, уже действительно в удовлетворенном состоянии, это плод вот тех э, сложных решений, mm -hmm. сложного выбора, который вы делали тогда, когда такое сильное давление, когда действительно все чувства, разум говорит о том, что нужно отомстить, нужно нужно как-то догнать и отнять, нужно, нужно что-то сделать, нужно, чтобы был удовлетворен как бы, чувство справедливости. Можно я скажу еще кое-что? Когда мы начали служение здесь, у нас не было денег. Когда любой из нас начинает служение, поначалу ни у кого нет денег. И вы думаете, ну как же все это сделать? Но Бог обеспечивает всем необходимым. Если вы будете в вере, что Бог даст вам все, что нужно для вашего призвания. Я хотел сказать это вам и вашим зрителям. А ваше послушание будет действовать как магнит. Оно будет притягивать к вам людей, финансы. Бог будет давать вам все. Вам нужно оставаться в вере, даже когда это сложно. Спасибо, потому что мы действительно опять и опять сталкиваемся с ситуациями, я хочу сказать, я стараюсь учить этому своих детей. Я понимаю, что самое большое сокровище действительно на Земле – это человек. И то, что он имеет внутри своего сердца, то решение, которое он принимает. Потому что человек может благодаря своему творческому потенциалу, силе своего характера, либо принять и увидеть невероятные творческие возможности изменить жизнь, изменить изменить ситуацию вокруг себя, или он может позволить этой ситуации поглотить его. И вот вот увидеть вот эту способность изменить, это очень очень важно. Это нужно понимать, что вот вот эта глубина, она на уровне взаимоотношений с Богом, решения жизни, решения правды. И спасибо за действительно Слово об обеспечении, потому что это тоже очень важно, это то, чем мы живем. И я действительно я вышла замуж очень молодой христианкой. Мне было всего два года вот я сразу практически mm. проучилась в школе служения. Как только я ее закончила, <laughs> я вышла замуж, но я не имела такого большого опыта на самом деле, вот, в хождении в Боге, поэтому материальный вызов, вызов в обеспечении был очень серьезным для меня mm. э, выйти замуж за служителя, который живет верой, <сих> это было сложно и это было даже где-то травматично <сих> и, сейчас? <сих> и сейчас и я хочу сказать, что мы никогда не голодали, никогда не голодали, хотя <сих> призрак голода меня преследовал <сих> no, аллилуйя, Господь чудесный и я хочу сказать, что действительно мы переживали в своей жизни то, что Иисус сказал, если вы оставите то, к чему вы привязаны ради меня, я дам вам больше друзей, угу. больше домов. Вы узнаете, что такое мое обеспечение. Мы действительно узнали, мы приобрели семью. У меня не было моей родной физической семьи таких тесных отношений с родственниками, которые бы мне помогали. И как раз в христианстве люди, которых я, может быть, видела там второй, третий раз в жизни, они стали близкими, родными, они принимали участие в нашей жизни, и это было удивительно, и до сих пор это чудо, оно продолжается, и мне хочется, чтобы наши зрители, наши партнеры переживали это чудо, Божье Божьего родства, Божьего обеспечения, сверхъестественных возможностей, которые открываются потому что есть любовь, потому что есть вера, потому что есть Божье преумножение. Спасибо, пастор Рик, потому что ваша жизнь ⁇ это тоже свидетельство сверхъестественных возможностей в Боге. Человек без знания языка, без знания культуры, мы... Отчасти восточная страна, где связи определяют очень-очень много, без связей, без каких-то знакомств, там я не знаю, в разных службах приезжает и начинает тоже совершенно не, непонятное что-то. Церковь. Да, да. То есть ваша сила в том, что вы знали его, и Бог работал с вами, и Он привлекал людей, и вы были верными. И это интересно, это вдохновляющее путешествие из, из ура халдейского <laughs> из Соединенных Штатов в разрушенный Советский Союз, в страну, которая так нуждалась, нуждалась вот в настоящем основании и вы своей жизнью доказали, что эти ценности они подлинные, что эти принципы они работают. Еще одна сфера, в которой у нас были проблемы, это наши дети. Нас слушают многие родители, думающие о своих детях. У нас три сына. На тот момент Полу было восемь, Филиппу — шесть, а Джоэлу — два. Мы не знали, что нам делать с образованием. И мы допустили все возможные ошибки. Мы перепробовали латвийскую школу, русскую школу, репетиторов, частных учителей. Я спросил у Денис, наши дети когда-нибудь будут уметь читать? Я даже не знал, смогут ли они выучить английский. Они даже не знали, на каком языке им говорить, на литовском, на английском, на русском. Наши дети были настолько сбиты с толку, но сегодня это прекрасные дети. Они говорят на разных языках, они очень умные. Повинуясь Господу, вы можете переживать за своих детей, но с ними все будет в порядке. Поверьте, ваши дети будут в порядке. Если вы будете на правильном пути, с вашими детьми все будет в порядке. Я думаю, что это потому, что в первую очередь вы любили своих детей. Угу. Они знали, что вы заботитесь о них, они знали, что они под вашей защитой. Вы давали им принципы, которые тоже работают везде. И я думаю все так же, конечно, что задачи родителей научить своих детей учиться, чтобы они были самообучаемыми. Хотя, конечно, важно давать им образование, которое они могут применить в жизни. Mm -hmm. И я точно так же учусь. <с> Но важно действительно самый большой багаж, я думаю, который родители могут дать своим детям дать эти принципы, дать уверенность в любви, дать уверенность в Спасителе, чтобы у них были взаимоотношения с Богом, чтобы куда бы они ни пошли, они знали, mm -hmm. что они под Его защитой, что они в Его водительстве. Что он поможет им сделать выбор, и они сделают правильный выбор, чтобы они были уверены в этом благословении, чтобы они были уверены в реализации. И тогда они могут пойти куда угодно, да. но всегда с, вашей, с вашим благословением. Одно из лучших благословений, которое мне дала моя мама, которая не знала Бога на тот момент, она сказала: Отправляя меня учиться в 16 лет. Из дома она мне сказала: Вика, что бы с тобой ни случилось, знаю, что ты всегда можешь вернуться домой. И мы тебя поддержим. Mm. И я думаю, что вот это э, как бы обещание родителей разделить Какая трудности. Слова. Очень сильные слова. Я думаю, что это очень очень важно. И это вообще настоящая родительская любовь, mm. что все последствия твоих решений я разделю с тобой. Мама еще жива. Да, да, да. Она сейчас ходит в церковь э, пресвитерианскую церковь. Но церковь образовалась по молитве с нашим участием тоже. Конечно, Божье участие в первую очередь. И это большое благословение для меня. И тоже я вижу, что Бог просто двигает события, двигает людей, когда мы верим, когда мы молимся, когда мы посвящаем ему время. Я просила, чтобы Бог послал служителей и делателей к семье мои, моих родителей, которые живут в поселке под в городке под Киевом. И Бог привел буквально напротив их дома э, служителей. Они построили церковь, и у мамы сейчас церковь через дорогу. Аллилуйя. Вот так что, так что Бог знает, как нас обеспечить, когда мы ищем Его путей и того, что угодно Его сердцу, и тогда мы все просто вот благословлены. Это чудесно. Спасибо большое, пастор Рик, за вдохновляющий пример вашей жизни, вашего служения, вашей семьи и ваш. И мы стараемся делать все, что в наших силах, драгоценное. Когда мы веряем жизнь Богу, Он действительно тот, на которого стоит положиться. Он действительно тот, кто делает нашу жизнь яркой, интересной, помогает проходить через давление, не ломаться. Но в этом важен и наш выбор, и наше решение. Спасибо вам огромное. Будьте благословенны.